Пришло время завести эту дуру машину. Дорогие друзья, с вами YouTube-канал Технолог, и сегодня нас ждет необычное приключение. Урал 8-колесный, 4-осный. Посмотрим, что это за машина, и протестируем ее на внедорожье. Там ему соперник КамАЗ. Полный привод. Настоящие мужики играют в настоящие машины. Полный тест-драйв. Камера видеонаблюдения у нас есть. Заднюю передачу включил, все, то есть. Помимо зеркал, еще и камера видеонаблюдения. Как на гелике? Да? Да. Сегодняшний соперник нашему Уралу КамАЗ. Полный привод, трехосный. Посмотрим разницу. КамАЗ у нас 43.10. Видим сразу же разницу между КамАЗом и Уралом, насколько выше клиренс, соответственно, и возможности у Урала по сравнению с КамАЗом. Да, конечно, он так с завода сам по себе выше чуть-чуть, чем КамАЗ. Ну и плюс добавочно все усилено. КамАЗ у нас больше сегодня на подстраховке, потому что в те места, которые поедет Урал, на КамАЗе будет очень страшно куда-то двигать. Пока вы играете в свой модранер на компьютерах, настоящие мужики играют в настоящих машинах. Да, он заезжает у нас в каньон, в ущелье в это, и пытается выехать в самом конце этого ущелья с него. Здесь глина, поэтому у нас еще немного снега, земля еще не застыла, поэтому где-то может подмываться, плюс все это смешаться с снегом будет очень непросто нашим автомобильчикам. Урал и КамАЗ. Так, первым пытается подняться в подъемчик КамАЗ. Как там непросто-то, а? Не получилось у КамАЗа. Наступает вместо Урал. Так. Маленьким ходом. Через диагоналки большие. Как я и говорил, внизу глина, и очень тяжело зацепиться сейчас любой машине, потому что температура еще не столько низкая, чтобы глина засохла, замерзла точнее. Плюс снег, все это смешивается вместе, и у нас нет зацепа. Чуть-чуть больше хода пытается набрать Урал. Вот, пошло! Тяжело, конечно, здесь. Видим мы, как одновременно, только с моей стороны, крутит три колеса. Ну что, я могу констатировать, что Урал уже дальше забрался, чем КамАЗ. Он меня решил задавить. Так, ну если бы, в принципе, не такой высокий был бы подъем, то я думаю, на меня бы он точно бы смог заскочить. Большой сложностью оказался этот подъем. Поэтому сейчас решение о том, чтобы прокатиться по этой дорожке, накатать ее чуть-чуть Уралу. Спуск, конечно, для него есть вообще. Ну да, вот он. Вот он же подъем, он же спуск прям, ну, самый крутой, самый тяжелый. Параллельная съемочка сейчас будет.
Давай, оставь, смотри, кто. Мы выбрались на специально отведенное место. Здесь у нас уже река или заводь. Реки. Заболоченная местность небольшая, потому что вода здесь есть, когда сухо. Но сейчас у нас уже зима. Возможно, здесь может лед провалиться. Мы сейчас посмотрим, что сможет нам показать этот красавчик Урал. Маленькое препятствие. Проходит его с легкостью, ну, учитывая, что у него 4 оси, для него это совсем не сложно. Так, ну что, проходит. Здесь помаленечку, потихонечку, и вот здесь вот такая диагоналка интересная получается. Ну, это прям изи для этого Урала, для этой машины. Ничего сложного. Крадется или громыхает. Ну и подъезжаем к следующему препятствию. Небольшой брод. Летает эта махина, этот брод. Смотрим. Да, побольше, чем полметра глубина была, но не метр, метра не было. Просто носом клюнул. Мосты ополоснул. Да, охренительно. Так, а теперь дабл испытание. Урал сдает уже не с разгона, а потихонечку задним ходом. Прямо колеса. Колеса прямо. Шикарно. Проехал. Вперед. Проехал обратно. Везде трескает лед. Прикольный брод. В общем, no comments, много эмоций. Как обычно, я всегда много что-то рассказываю. Здесь рассказать не могу, потому что я сам завлечен этим процессом. Все время рассматриваю машину и даю больше возможности вам посмотреть на этот Урал. Классно он выглядит, как на картинке, так и вживую. Там мы, конечно, побывали под Уралом. Это тоже чудо техники, которое всегда впечатляет. Это нового внешнего вида. Становится кайфово. Ты чувствуешь масштаб, это всегда нравится. Огромные размеры. Вот отсюда мы спереди можем рассмотреть. Сбрасываем воздух, тормоза воздушные. Очень удобно, комфортно, много места. Пока мы едем, можно заниматься спортом, там зарядкой делать. Детки, главное лупу следить, смотреть.
собственно, ложись. Когда со мной мои волки, я делаю аут. Задание следующее. Пробиться, проехать потихонечку во враг. Здесь у нас очень много деревьев, всяких валяется, брусьев. Вот. Потихонечку пробирается и, соответственно, через овраг и на подъемчик. Мусора всякого достаточно. И здесь легко. Справился Урал. За ним спускается КамАЗик. Опять уже по готовым следам, по готовой дороге. Так, у меня спереди справа крутится, и сзади два колеса слева крутятся. Вот вам и перетяг, господа. Ну а теперь пришло время протестировать этот Урал, сесть за руль наконец-то. Ну, сразу же себя вспоминаю, Чита Дрита Маргарита, здоровенный огроменный руль. Сцепление в самом-самом конце, то есть педаль выжил и уже почти полностью ее отпустил. Поехали. Да. Я забыл же, что мы на восьмиколесном автомобиле, можно в принципе просто ехать прямо все время. Прям с гребешка с какого-то он будет сейчас спускаться. Даня, аккуратно, близко не подходи. Ох, как круто было! Давай вот так прям. Серьезно? Да. По кончикам в ямку. И тормоз отрабатываем, нет? На передаче пускай. Ну это прям полный тест-драйв, потому что спокойно преодолеваем всякие ухабы. Вот здесь, кстати, диагоналка небольшая была. И как на подъем, тогда газ вываливаем. Это то, как надо дилера тест-драйв проводить. Газ до конца давай, и на второй можешь не потянуть. Все, давай в топ, давай. Нормально.
некоторых моментах, потому что ты не видишь перед собой ничего. Но высокий клиренс, высокий свес получается, и всего достаточно, прям вполне. Классно, мне понравилось, это настоящая мужская техника, которая воодушевляет, прям чувствуется работа, все мышцы напряжены, руки работают, плечи работают, корпус, туловище работает, КПП переключаешь, двойной выжим, здорово, в общем, мне понравилось, но мы дальше тестируем, поехали. Вау. Отрывается передняя ось от земли и поднимается воздух. Ему КамАЗ-то справится с легкостью. Но тоже так страшновато, потому что носика-то нет. И это всегда ощущение, что заденешь на тормозах. Скатился. И сейчас на разворот, на этот подъемчик. Что будет пробовать? Если что, ручка должна быть открыта, чтобы... Вот оно испытание! Аврал с легкостью прошел. Заключительный этап испытаний для четырехосного Урала. Это подъем на крутую горку, который для него не является препятствием. И он забирается. Да. Так. Подтягивает КамАЗ. Давай, давай. И в КамАЗик забирается на эту гору. О, тяжело, конечно, в натяг. Проскальзывают колеса. Так. Водитель опытный, подруливает, если стаскивает не в ту сторону. Лишний раз, конечно, колесами не крутит, но... Ну давай, давай, сейчас ход нормально набрал, как раз так же, как и Урал. Я думаю, должен заскочить. Блин, ну тяжело, конечно. Ну давай, 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 давай. Есть. Запрыгнул. Сейчас микродиагоналки, в общем, будут. Ох, через какие крутые места пробирается. Отрывается от земли колеи. Вот они, крутые горочки. Вот такой вот у нас тест. Не хватает, конечно, наверное, грязи, но я думаю, что это не последний тест этого Урала. У нас будут еще возможности протестировать. Но, как мы поняли, возможности есть хорошие у этой машины. Хорошие, да. Отличнейшие возможности у этой машины есть. И соперников реальных этому Уралу не столь много, учитывая, что у него еще 4 оси. Бездну, как будто бы, когда сидишь за рулем, ныряешь. Вот, ось одну оторвала от земли, но для этого есть передняя, которая помогла забраться. В общем, где бы на своих джипах вы сыканули бы проехать, эта машина спокойно проезжает. Сбрасывается воздух одновременно. Так,
просто как после бомбежки поле, и по нему должен проехать Урал. Стаскивает. Ох, как опасно. Страх есть всегда, что машина завалится. Я даже здесь ходить не могу. Так, здесь у нас стандартный дизельный V8, да? ДМЗ-238, V8, объем 14. Такая дура машина. 240 лошадиных сил. Ну и момент я сам не помню, поэтому где-нибудь вам здесь, вот и здесь будет написано момент этой махины. Звук. С вами был YouTube-канал Технолог. Это наш первый тест-драйв Урала, который на 8 колесах, 4 оси. С вами был Павел, Данил, Артем. Я Александр Грин. На всех нас будут ссылки в описании. Ну и спасибо большое ребятам за предоставленную технику. Будет ссылка в описании. Можно заказать у них эту технику спокойно. Всего доброго, удачи. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Пока.